Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. И как я и обещал, еще один ролик по Выживаем заново набрал 2000 просмотров. И вот счастливый обладатель премиум аккаунта, свяжись со мной, Тамаки, я жду этого. Ну а мы, ребят, отправляемся сейчас в мотель, потому что никак нельзя пропустить возможность забрать гранату. Граната — это топ. Сразу хотел сказать, ребят, продолжаем розыгрыш. Как только еще один ролик, еще одна серия «Выживаем заново» наберет 2000 просмотров, разыграем еще один премиум аккаунт. Для участия вам нужно подписаться на канал, поставить лайк и обязательно, ребят, конечно же, написать комментарий. Минимум с 3 слов. Жду ваших комментариев и желаю вам удачи в розыгрыше. Выбираю среди тех ребят, которые написали комменты. Естественно, проверяю, подписаны ли на канал. Смотрим, у нас здесь есть некоторые вещи, которые, можно так сказать, уделяют больше внимания, чем остальные. Естественно, вся локация зачищена, все деревья вырублены. Все растительное волокно собрано, и это все у нас лежит вот здесь. Нам это нужно, естественно, в будущем. Гранатки, самые лучшие, ребятки. Я думаю, что в Last Day on Earth Survival гранаты делают чудеса. Взрываем, заходим сразу же в первую комнату, забираем гранату, валим отсюда на все четыре стороны. Нет, тут нужно зачищать. Плюс к этому мы можем получить какие-то неплохие вещи. Это все нам пригодится. Для того, чтобы уже в воскресенье на стриме попробовать сделать свой первый паровоз и открыть свои первые ящики в бункере Альфа. Круто, это все сделаем на стриме. Также на стриме, если у нас все будет хорошо, разыграю премиум аккаунты. Это тоже плюсик ко всему. Забираем, кстати, военный рюкзак. Очень важная тема здесь в игре. Поверьте, военный рюкзак нам нужен очень сильно. Итак, ребят, задание у нас акт 1. Это отправляться в лагерь охотников. Граната и военный рюкзак у нас уже есть. Это все мы получили благодаря мотелю. Ну а сейчас лагерь охотников. Все тот же. Лагерь охотника все тот же. Лагерь с крутыми, можно даже сказать, с крутыми пещерами. Да, круто. Не ожидала тут увидеть выжившего. Мой напарник уже должен был. И бла-бла-бла. Нам дали собаку, причем хаски в этот раз. А в прошлый раз давалась овчарка 100%. Здесь же дается хаски. И теперь мы с хаски здесь, можно так сказать, также охотимся. Также насколько сильно нужно валить оленя, чтобы он сальтуху крутанул. Это просто жесть. Но, в принципе, возможно, как мы видим. Нам нужно найти ящики. Найти ящики — это самая главная задача нашего акта 1. И это последний ящик, насколько я помню. Дальше уже начинается задание с бункером Альфа и всем остальным. Бегуны, вот оно. Бегуны тоже пали. Сейчас, как говорится, улики. И в роли Шерлока Холмса, который, я даже не знаю, следопыта какого-то жесткого, который, посмотрев на следы, понимает, что там, что здесь. Короче, все у нас пока что завязано с помощью вот этих вот улик и всего остального. Так, здравствуйте. Также мы здесь делаем что? Бегуны наши красивые. Бегунов тоже разваливаем. И вот уже ящик. Собака делает несколько ударов. Гуманитарный груз, который будет использован в качестве ящика для нашего, естественно, лута. Потом дальше мы сможем уже это все дело забрать домой. Я не знаю, можно ли будет сюда прийти несколько раз. А вот это вот проблема. Эти серые волки очень жесткие. Бешеные волки, серые волки. Ну, серые волки, по-моему, не такие опасные. Хотя, если честно, и те достаточно быстро атакуют. Достаточно много наносят урона.
Ну и то, что у них урон большой, ну просто за счет скорости атаки разрывает кабину. Серьезно. Так, тут еще один волчара. Ну, кстати, неплохо будет у нас побольше кожи и мяса. Это все превратится в вяленое мясо. Это все, естественно, станет для нас неплохим моментом для развития дальнейшего. Делаем ветера. Что у нас здесь? Пещера очередная. Ну, кстати, ой-ой-ой, альфа-волк. Это уже интересно. В пещеры реально выбежал альфа-волк. И это даже как-то круто стало. Забираем, что у нас там интересно. У альфа-волка-то в пещере, что он там себе натащил? Да ладно, разрушитель притащил себе альфа-волк. Я не знаю, как собака это притащила себе разрушитель. Так, тут сосна. Сосна. Найти нужный след. Это тоже важно. Выкидываем все. Разрушитель может послужить нам неплохую службу. И мы его берем с собой. Здравствуйте. Кстати, вот эти бегуны, они же прям в военной броне, или мне кажется? Ну, прям, наверное, кажется. Что можно взять такого? Весло. Очень неплохо. Звук от удара весла просто радует слух. Ляп. Как будто леща даешь каким-то мокрым полотенцем. Да, прикольно очень. Мне нравится. Я не знаю, какой вам звук в игре тоже нравится также. Разваливаем кабину всем. Ну, по-моему, вот этот вот дядька. О, кстати, смотрите, еще один военный рюкзак. Я нашел прям военный рюкзак на дороге. Но, да, не трогай чужие вещи. Эй, ты не мог меня выручить? У меня сломанное оружие. Короче, охотник, бла-бла-бла. Нам нужно немного кожи. У нас есть кожа, но мы ее оставили в ящике гуманитарном. Сейчас все заберем. Не зря мы волков убивали. Не зря мы за оленями ходили. Зная, что у нас предстоит стычка с этим мужиком, я думаю, что нужно вооружиться посерьезнее. Держи. Я тебе не скажу, потому что... О-хо-хо! Нормально, можно его бить. На, и тебе то же самое. Драться мы не будем. Как говорится, мы гуманны. Хотя, если честно, его слить можно, этот военный рюкзак забрать? Пишите, ребят, в комментах, можно ли этот военный рюкзак забрать, если слить этого пацанера. Но было бы прикольно. Еще один военный рюкзак в игре. Было бы прикольно, чтобы там тактический рюкзак был. Да. Ну что, куча веревок, кусочки ткани. Это все нужно. Но и следы, которые приведут нас к следующему испытанию. Так. Стол и корзинка для пикников. Я думаю, что в эти вещи... Ну не то, что неотъемлемая часть чего-то. Но стол прям в лесу. Прикольно. Это похоже на какой-то парк, потому что там уже стул есть. Хотя, может быть... Вот этот вот зомби-апокалипсис застал семью в лесу. Представьте себе, они выехали на пикник, и их застала эта беда вот именно здесь. Печаль. Фиаско, братан. Выехал раз в году. Думаешь, блин, ну от работы отдохну. Сейчас пивас туда-сюда. Но, как говорится, не там-то было. Кстати, ценные записки вышли. Очень ценные. Сразу левел прилетел. Отлично. Так, мы можем здоровяк взять. И у нас... О, быстрый. А, это борода. Ну, то есть в режиме стелса передвигаешься чуть-чуть быстрее, чем раньше. Ну, а здесь у нас что? Вы издаете на 1% шума. Я думаю, что тут брать можно любой навык. Смотрим, что здесь за костер. Палатка. Осмотреть лагерь. И опять-таки они какие-то бумаги валяются. Ну и все. А, опять-таки чего? Опять сюда. Все. Да ладно, смотрите, выходит какой-то мужик. Ты что там в пещере делал? Красный такой? Она там баня какая-то. Но, блин, ни с чем не сравнится звук листания весла. Поставлю себе на смс-ку. Да, будет прикольно. Вырежу этот странный звук, поставлю на смс. Месседж. Ну, вернуться к охотнице обязательно. Опа, а там что за место?
О, молодой медведь, неплохо. Я думал, что до этого мужика, который нам там тыкал непристойные, как говорится, всякие знаки, и на него напал зомби. И было бы прикольно, чтобы он его слил. Так, у оленя, у этого медведя прям в задницу, о, уже в спине, но в заднице была стрела. Думаю, что не самый такой момент. Опять задница, стрела торчит. Прикольно. 20 опыта сезона? Серьезно? Поговорить с Лучиным. Если бы не ты, он бы... Да, конечно, но если бы не я. Нифига, голый мужик пришел на медведя с веслом. Я не знаю, где еще можно встретить такого. О таком только мечтать. Вроде бы собака отошла к хозяйке. Ну, а мы продолжаем пройти по следу. Смотрим, что тут. Ага, тут еще и зомби. Получается, что все-таки награда еще в конце. А вот толстяк. Может бить по 10, не знаю, выживу. А, тут еще следы. Но следы ведут к тому, что он ушел с этой локации. Дальше даже охотиться нет смысла. 537 опыта дается за толстяка, вы заметили? След взят. То есть мы как ячейка, лагерь охотников, смотрим, что нам дают в самом конце. Открывает крайне долго. Одну большую аптеку, это какой-то бред. Ну, что поделать, неплохо. В броне с веслом, я думаю, что можно нанести очень много урона. Так, собака патрулирует. А это взять, это оставить. Флешки могут понадобиться для торговца. Да и телефоны тоже. Ой, эти фотоаппараты. Я думаю, что и часы тоже могут понадобиться. Тут, знаешь, такая дилемма. И крепкий алкоголь может понадобиться. Очень много чего понадобится. Может так, отправляться в каменные горы. Это важно. Ну, отправимся в горы мы уже в следующем видео. Очень неплохо проходит у нас акт 1. А вам удачи и пока, а мы увидимся в следующем видео.